Привет, друзья. Ну, интересно. Вот там мне написали комменты. Вместо того, чтобы делать уши там и делать там упражнения, подбирать этот ключ, вот проще взять там валерьянку выпить. Ну, конечно, проще. Ну, конечно, проще. Но одному помогает валерьянка, а другому пустырник, а третьему еще что-то. Там же тоже подбирать надо. Так и метод ключ это есть принцип подбора по индивидуальному соответствию, потому что от пустырника у некоторых людей внутричерепное давление растет, и голова так вздувается, и потом и не знаешь, чего вот вроде пустырник выпил, а мне хуже стало. Но это не у всех, это у каждого по-своему. Поэтому, поскольку и лекарство доктор подбирает, и в методе ключ принцип подбора путем перебора по критерию скорости автоматизации начатого действия. Вот какое-то действие начали делать, и оно автоматизируется. То есть вы можете делать его дальше без усилия, как на автомате. А их много, этих действий. Берите любые упражнения, ну не буду сейчас здесь все рассказывать. Записывайтесь на наши каналы. YouTube, Telegram, TikTok, Instagram. Записывайтесь. Почему? Там разные вещи иногда даются. Такие интересные. Да, друзья, и все время повторяется кое-что одно и то же в разных вариантах, чтобы кто сразу не услышал, новичок, например, он понял. И таким образом, друзья, мы все вместе, а когда мы вместе, мы сила. До встречи.